В эфире прогноз погоды. С вами Антонина Проценко. Здравствуйте! Если 7 августа были большие муравейники в лесу, то это означало то, что зима будет холодной. Чуть позже я поделюсь своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В городе Алексине плюс 18, плюс 24, в Ефремове плюс 18, плюс 25, в Белеве плюс 18, плюс 24, в Новомосковске плюс 17, плюс 23. По прогнозам 7 августа температура в Туле будет колебаться от 18 до 24 градусов по Цельсию. Малооблачно, дождь. Влажность воздуха составит 55-66%. Ветер западный до 4 метров в секунду. Возможны небольшие возмущения. Следите за здоровьем. Именно сейчас можно было отправляться на сборы раннего картофеля. Кстати, в лесах поспевала калина и малина, которые использовали для домашних заготовок. Калина обладала желирующими свойствами, поэтому, смешивая ее с яблочным пюре, готовили мармелад и пастилу. На сегодня у меня вся информация. Будьте счастливы и больше улыбайтесь. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.